В Одесском порту отметили 72-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В мероприятии приняли участие представители руководства и трудовых коллективов, администрации морских портов Украины, Одесского морского порта, профсоюза, ветеранской и молодежной организации порта, курсанты Одесского лицея морского транспорта. Сегодняшний день освобождения города, освобождения нашего предприятия, прийти на эту площадь и склонить голову перед теми, кто отдал свою жизнь за эту победу. За тем живым склонить перед ними голову, кто еще сегодня есть, кто еще сегодня существует в этих экстремальных условиях, о которых только что коротко говорили. Их героизм и мужество должны служить нам примером нашей жизни. Чтобы мы сегодня не склоняли головы, как сейчас мы делаем, в память, а наоборот поднимали голову и защищали себя, защищали предприятие. Потому что делать это сегодня некому. И вы видите, что происходит сегодня, не тот день, чтобы все обмывать, но зарплаты, пенсии, социальные льготы, все это уходит и исчезает, и исчезнет. Если мы сами не хотим, чтобы это не происходило. Уважаемые портовики, уважаемые гости, сегодня 72 года, как освободили Одесский порт от фашистских оккупантов. Освободили наш родной город, город Одесса, который стал героем. И этот героизм весь лето наших портовиков, тех людей, которые стояли на защите Одесского порта и на защите своего родного города. Вот этот обелиск, который мы его смотрим, это память о тех людях, которые сложили голову для того, чтобы освободить порт, освободить город, освободить, в конце концов, всю нашу большую необъятную страну под именем Украины. Дорогие мои, я хочу поздравить вас с этим праздником и почтить память тех людей, которых нет, которые сложили голову за наше будущее. Митинг завершился минутой молчания в память о погибших за освобождение города и возложением цветов к мемориалу Вечного огня. Дымилась роща под горою, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только двое из 18 ребят. Как много их друзей хороших лежать осталось в темноте у незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Светилась, падая, ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. Он не забудет, не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка на безымянной высоте, у незнакомого поселка на безымянной высоте.